«Свободу Брэдли Мэннингу» – такой лозунг скандировали десятки демонстрантов, собравшихся в Форт Мид, штат Мэриленд, у здания военного суда. Здесь начался процесс над американским солдатом Мэннингом, которому вменяется в вину передача секретной информации создателям сайта «WikiLeaks». Брэдли Мэннинг был арестован 1.5 года назад. Во время прохождения воинской службы в Ираке Мэннинг скачал и отдал WikiLeaks сотни тысяч донесений и отчетов американских дипломатов. Среди обвинений, предъявленных Мэннингу, разглашение государственной тайны, создание угрозы национальной безопасности, пособничество неприятелю и шпионаж. В случае, если Мэннингу будет вынесен обвинительный приговор, остаток дней он будет вынужден провести за решеткой. В субботу Мэннингу исполнится 24 года.